видишь себя и ненавидишь жизнь, и ты не хочешь ее жить совсем полностью, понимаешь? Начиная, да, начиная с своего тела и кончая да, всем остальным, как таковым, да, понимаю. То есть делай вывод, следовательно говоря, да. То есть, ну, что теперь сделаешь? Такой, ноль, короче говоря. А, да, а, это вселенная, жизнь и, да, они живут по другим, то есть мир живет по другим законам, нигде, да, понимаю. Да. Религия пытается их как бы повторить и возвести в абсолют какой-то, да, еще религию туда запустить, еще туда какие-то финансовые вопросы, скажем так, да. Ну, то есть аполитизировать. Я еще раз тебе говорю, что религии, ну, просто религии там сказано прямым текстом, нам нельзя верить в религии. То есть в религии там сказано, нам нельзя верить. Мы, да, это просто лживые слова, которые мы говорим, чтобы бабки получать. Да, ну нет, да. Я человек не религиозный. Ты ко мне опять, что ли, вопросы какие-то, да. Я просто тебе говорю, Ну где это царство? Ну хорошо, ты такая, царство Божье на земле. И это что значит? Я тебе говорю, это такого не будет. Такого не будет. Ты на жизнь посмотри. Ты такая, ну серьезно, да. Жизнь так не существует, как тебе кажется, да. Но как бы так, ну да, типа того, да. Но популяция может развиться очень качественно, скажем так. И в женскую сторону, и в технологичную сторону, так скажем. Да. В сторону добра и в сторону, как сказать, смысла. Веру в себя. В жизнь просто в себе, понимаешь? Просто я знаю, что жизнь она есть, что она идет, и она пройдет, что и в тебе, да, то есть как бы. Я просто знаю, что жизнь, все. Они ее ненавидят. Ты слышишь, что они там говорят? Это же вообще просто ужас. То есть, да, понимаете? То есть они желают уничтожить весь мир, они зла желают всей вселенной, понимаешь? Буквально в смысле слова. Просто для своих нарко каких-то, да, ненормальностей каких-то. И если ты послышишь, они, мы самые презренные люди на земле, мы там, да, типа, мы не хотим думать, да, мы мужики, которые не хотим думать, и женщины, которые хотят действовать, да, которые хотят творить добро, милосердие мы сейчас будем делать. Нет, нас кричат, нет, мы себя не... То есть, ну, это не важно, оно никак не искрит, да, да. Ну, он себе так говорит. Да. Он себе так говорит, да. Народ значит, да. То есть я тебе просто говорю, не теряй время, потому что, да, ты все равно ты туда зайдешь, зайди, осмотрись, там, покрестись или что-то там делаешь. Ну, молитву можешь почитать, и все. Ты просто знай себя, да, и поймишь, осознай, что ты время там теряешь. Ты что-то хотел узнать, да. То есть, как бы, потому что, если уж там не втерпешь тебе, вообще, как бы, просто живи свою жизнь изначально, как бы, да. Ну, как бы, да, поняла. Нет, молитвы, да, это понимаю. Ну, и что ты там делаешь? Я тебе просто, да. Я просто тебе объясняю, что да. Что через религию, ну ты не обязан проходить через это. Вот понимаешь, вот есть алкоголизм, но ты не обязан через него проходить. Ты мужик же, правильно? Да это вообще по-любому, вообще что угодно, я просто говорю, да? Да, но через, ну, не обязательно в форме там креста, кощего креста, не обязательно в форме, да, в форме, ну, тех религий, которые традиционные. Ты можешь быть ашаитом, отказником от мира, каким-нибудь восточным монком, монахом, там, еще чем-нибудь там, да, которому, типа, на всех насрать, и там, типа, да. То есть это все одно и то же, формы небытия, как бы, отказа от человеческого в себе, как сказать. Ну, это как бы форма нонсенса, это жизнь, которая, как бы, вдруг она на каком-то этапе решила, что она антижизнь, что она... понимаю, как это в матрице. Как-то так, да. То есть, ну, неважно. Как бы это все временно, потому что, ну, как ты решил, так и... То есть мировоззрение твое завернулось, оно развивается, оно может и развернуться так же. Никто тебе не мешает, как бы. Жизнь, ты же живой пока еще. Вот, то есть, я понимаю тебя просто. И как бы, в принципе, да. То есть, ты как зашел в храм, так можешь из него и выйти. А, ну нет, это может. Да, я имею в виду там, да, какие-то обычные. Че он и все такое, да. Ну надо иметь в виду, да, да. Ну нет, он себе так говорит, что. Да не, ну.
Ну, в смысле, что ты как бы пришел там даже, ну, даже, вот если ты священнослужитель, уже сложнее тогда, понимаю, да. Да, понимаю, да. Ну, тоже есть путь, да. Просто мирского, что они называют, там, мирской, определенный мир, там, или наоборот, хороший мир, неважно. То есть бабки откуда у тебя? Все тебя, да, понимаете, мужской разговор уже тогда, да. Да, да, вот так вот, да. Да, да. Ну да, ну вот такое, это вот да. То есть, ну поймешь, долгий разговор просто. Вот, да, то есть, ну, ЧТД просто, да? ЧТД. Просто ты не. Да. Ну, или постепенно, ну не важно, просто пока нет, как бы. Или пока да, не важно. Это просто мужская, ну, как бы. Мужская очень просто, да, понимаю. Пока не дозрел, ну там, да, и так далее, да, что-нибудь. Смотри сам просто, да. Все намного интереснее оказалось, да. Людям не нужна религия. Людям нужны мужики. Нормально. А тебе не надо быть. А тебе не надо быть. Мужские особи. Ну не важно, надоело уже. Ладно, поехал. Вот это он имел. Скорее всего, Аль-Каида это тоже любовь, да. Ну, то есть ненавидят жизнь, это как проявляется? Часто бывает, что мы все, да, она понимает. Я все для мужа, то есть тебе не до него вообще, ты ненавидишь вообще весь мир. Добрая вечная сеть. Чужой счет. Это даже не важно. Счетом да наоборот. Если есть Бог, то религия это номер один богоборчество, понимаешь? Если есть, то есть она понимает, да, то есть как бы это читаемо там даже, понимаете просто. Да, то есть открытую это говорят просто. И это не секрет, понимаешь? Меня сегодня даже на концертах лицензиции никто жить не будет, да, понимаешь? Да, ну это для себя так. Да. Ну так уж. Да, понимаю. Смотри, у меня есть жизнь внутри меня, ты такая, из тебя жизнь ушла, все, нету жизни. Все, ты труп уже, да. То есть как бы жизнь в тебе, то есть. Но для меня жизнь только во мне находится. А у тебя, вот видишь как, вот и все, точка, математика, да. Вот и все. А там можешь, если не то даже слово сказал чуть-чуть хотя бы, все, туда можно залезть целый там легион, и так. Ну понимаешь, и даже это со временем тоже все, да. Что за, да.
поэтому так немножко можно, да. Это все лишь слова, дешевка что-то. Мирской художник, мирской какой-то там человек, да. Мудрец мирской, да. Опять мудрец не платят в кафедру, что ли, это когда понимает. То есть писатель, что ли, блогер. Попробуй выживи на блогерскую эту самую самостоятельность. Просто так, кто такой, вот ты имеешь в виду, просто мудрец, кто такой ты, кто такой? Ну и все, деньги откуда берутся? Деньги откуда? Меня это не расскажет, просто меня просто бесит это. У меня, да, аллергия на ложь, думаешь? Да нет, не аллергия, просто, как бы, вот, чуть-чуть сразу такой, о, что ж ты будешь на земле, все вот это, блин, да, представляешь, сколько это, ну, да, как бы-то, насколько, ну, не знаю, понимать, это страшно, там насколько уродство в этом, какая там смерть внутри этого всего, да. Мимолекс внутри этого. И все самое. Ой, да, очень да. Ладно, проехал, да. Психиатрической ненависти, да. Буквально с неисходной. Это как бы колдовские обряды, которым ты заглушаешь сверху, как, знаешь, ну я там фильмы фанаты, да. Понимаю, это реально жизнь, то есть можешь не спать. Я тебе просто говорю, потому что, да, очень сильная религия, это очень сильная тема, к которой ты все равно к ней придешь, обязательно. Это морда, да, в той или иной, ну, как бы верование в какие-то загробные миры, или что-нибудь, какое-нибудь верование, понимаешь, какое-нибудь, ну, шизофрения, если по-медицински говорить, да. То есть, как бы, да, понимаете, да, ну, это долгий разговор. Вот просто я тебе говорю, да, ну, понимаешь, да, не знаю, традиционные, нетрадиционные, там, любые, да, понимаю. Ну, скорее всего, если ты сильно заболеешь, ты придешь к традиционной какие-то. Да, типа, к трем этим, ну, такие, которые, типа, свечки ставят, или там мусульманские какие-то. А это все как бы выеживание. Да? То есть религия и по сей день обладает очень большой властью, потому что дураков очень мало в мире, как бы, которых мужчин, а дурочек вообще нету практически. Ой, что ты делаешь? Тогда, ладно, да. Ну, это просто страшилка. Ну, конечно, не так все. Это все так. Опережаю свои грибы.
он есть, да, понимаю. Ну да, понял тебя просто, что ну вот публичность, это вот мужская, исключительно мужская, да. Будет вся выгода твоя, да, понимаешь. Ну да. У меня пока денег нету, но я даже я планирую в дальнейшем. Да, да, да. Ну, то есть я думаю, что это не повредит, чем бы ты ни занимался, просто ты берешь и снимаешь себя, как бы, да, то есть и вечно публичный, да. Почему да? Почему? У тебя одна единственная жизнь, как поняла тебя, да. Ну, я про мужчин говорю, опять же. Кругом. Публичность, то есть ты как мужик должен ее заслужить, во-первых, правильно? Ну или хотя бы просто даже выйти, покаяться, ладно, что ты имеешь в виду? Узнать, то есть, да, узнать о себе что-то, то есть другие люди, поняла тебя, да, то есть как бы, да. Женщине это ничего не надо, просто надо, да, покладистой быть, не какушей надо быть, понимаешь, дурочкой полной, дурой, все, да. То есть публичность — это антиженская тема. Это только, ну то есть публичность для женщины — это полное зло. То есть, да, понимаю. Кто про это не знает, что ли? Скромная, там, да, хорошая, красивая, да, не, да, типа того, да. Драгоценная какая-то, не знаю, что. Хорошее в твоей жизни от публичности, если ты мужик. То есть она все уходит в публику, и ты там, и ты как бы должен быть, то есть не изменяя себе как-то, должен срастись с тем, что ты представляешь, да, и быть изнутри таким же, да. Ну и ближе, ну да, да. Ну и так далее, да, ну согласен, ну в мире так и есть, так всегда же было, да. Ну ты, например, смотри, ты такой вылез на публику и понимаешь, блин, да я вообще никто, ничтожество или что, это очень ценно. Ты, почему, что ты, значит, все-таки ты кто, ты зачем ты себя характеришь там, да. То есть нет, ну значит никто, это не ты, не просто так тоже сказал. Что это значит никто? Никто — это значит, что ты что-то не умеешь, не знаешь, не да. То есть ты как бы не нужен людям, например. Или еще что-то, да. Ну то есть, да, ну да. Нет, это не противоречит деньгам, понимаешь? С деньгами это, да. Смотри, вот ты дома, у меня дома нету как такового, то есть дом — это там, где твоя старушка-мать, ну, не знаю, я здоровый самец, для меня дом там, где моей женой пахнет, моей, понимаешь, где моя жена, где, да, понимаешь, где женщина, когда, где, куда я хочу возвращаться, как в вагину, и я там, да, в постель прямо туда, так, да, и вообще просто полностью, да, понимаю, ну, типа того, да. В уют там, да, я домой все принес, и там все становится сразу же магией. Все становится, ну, как бы, волшебством, понимаешь? Из этого становится, блин, так, понимаешь, да, понимаю. Да, ну, не знаю насчет здоровья, ну, да, понимаю. Да. То есть вот это я понимаю дом. А у меня такого нет, и пока не планируется, как бы, пока я не заслужил такого, не наработал. Да, чтобы ты, понимаешь, у женщин тоже характер, и они как бы живут мужские жизни в основном, ну, пытаются жить как мужчины, поэтому это долгий разговор, тебе, ну, на это нужно определенное время, даже если ты женился бы прямо сейчас, да, понимает он тебя, и более того, может, да, поймет он тебя, да, понимает, да.
Но они все равно женщины. Они как котят, если ты как бы так начинаешь, да, они так опа, и как бы, да, понимают. И млеют, да, понимают. И злыми, да, понимают. И мухалам просто, да, понимают. Абсолютно, абсолютно, да, ну ладно, ладно. Не суть, я просто к чему, что да. Вот это есть, абсолютно. Суть разговора, то есть у меня как такового дома нету, понимаешь, то есть, ну, это, ну, как бы дом, то, что дом показывать, как бы, не, ну, ты чем свою семью будешь, по кому-то надо, то есть, ее надо от публичности сохранять, там, потому что малыши, маленькие дети, их там сглазить или что там называть, или просто зачем, да, то есть, да, понимают, как бы, да, это, ну, как-то, ну, да, понимаешь, и, короче, да, сохранять их надо, понимаешь, да, и своя женщина, чем ты ее показываешь, как бы, то есть это очень, для женщины это очень, значит, ты ее не любишь, понимаешь? Значит, ты не, значит, ты хренососа, не мужик, да. Да, не нужно сыграть, да. Ну, я к примеру говорю, ну, что не так, что ли? Ну, это все равно так или иначе подсознательно, бессознательно, как-то так, да. Публичность, да, понимаю. Ну, меня не касается обои пола. Меня не касается, я просто тебе знаю, да, что вот у женщин вот наоборот как раз, понимаешь? А у меня нету причин даже сейчас себя, как бы, нет, свои какие-то, так скажем, как бы, это, я ничего не показываю уже такого, да, как я там хожу куда-то там, в баню, в ванну, в туалет или еще что-то там, да. Как бы это и так понятно, я имею в виду, что, просто, ну, как бы, типа так, да, просто чисто, да. Что ты делаешь, как ты делаешь, по какому расписанию, почему ты ускоряешь, опаздываешь, почему ты так, это, просто чтобы это, типа, да, понимаю, или наоборот, почему ты делаешь именно это, а не другое, это, ладно, неважно. То есть саму себе дать отчет, как бы, может быть, ну, неважно, просто это, для этого много есть причин, и все они тебе в пользу, как бы, все они вперед, все они будут помогать тебе жить как мужику, и не только тебе. Да, то есть от них от всех будет результат, обезон. Обезон, то есть публичность, она так вот работает, как-то, да. Да. Ну так ведь, согласись, так или нет, да, да. Ну что, ну, узнать, наработать над собой, да, да, типа, да, узнать свои качества характера, которые сам себе боишься признаться, и там, сама. И не то, что ты там плохой, надо все это искоренять, нет, такого не бывает. То есть, ну да, ну, то есть, ну ладно, ты плохой, и что дальше? То есть как бы да, да, да. То есть для чего это? Откуда это появилось? Откуда твоя бережливость или жадность? Откуда это? Ну, она понимает. Ну или другие какие-то там, да, особенности. То есть как бы. И что это тебе дает, как бы, почему ты считаешь, что это плохо или хорошо? Как бы какие, кто ты такой там вообще? Ну, к примеру, я просто тебе говорю. То есть как бы, то есть самоосознание, работа над собой, да, то есть усиление, да, своих позиций. Что ценно в жизни, для чего ты живешь как мужик, то есть как бы. Что вообще происходит? Почему люди так реагируют, а не иначе? Почему? Что людям, да, там, ну, долгий разговор. Много-много-много вообще всего, да, понимаю. Да. И все это твоя воля мужская, как бы, да. Если, ну, если не финансовая, то как бы начаток финансовый. Вот ты поработаешь над характером и, начи... и узнаешь, какой ты, и что тебе мешает зарабатывать деньги, как вариант. Да. Или еще что-то, да, 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 понимаю. Понимаешь меня, то есть по-любому так, только так и надо, да. То есть, да, это красиво, понимаешь, как сказать, красиво, без... ну, не то, что красиво, это нормально, то есть это здорово, это когда мужик сам, ну, да, что за бред, блин, да, с химией, да. Ну, наоборот, значит, когда мужчина выходит, и, ну, как бы, в общество, в мир, там, говорит, за себя заявляет что-то, и вообще, и работает где-то, там, да, то есть, это просто нормально, оно так было всегда, и так и осталось, да. Ну вот это он имеет в виду. Ну каждый видит то, что как бы, да, меня не касается. Да. Тоже кстати, да, да. Ну, в смысле, ну, да, да. Меня не касается. Да. Да, да, да. Вышел из дома, все, дверь закрылась, и пошел в офис, все, и снимаю,
и прям вот, и выкладываю, ну просто не то, что там на круто, а просто вот, все, не знаю, это вот. И все, и весь день, я домой пришел, и да, он должен выключать, типа, и все, типа того, например, вот я просто понял уже, чтобы свою жизнь прожить нормально, по-мужски, не зря, чтобы успеть сделать то, что, да, и как бы откорректироваться, как мне надо сделать, да, и так далее. Узнать, как надо вообще, что такое надо и так далее. Много мужских вопросов. Да. Как ты никогда, если ты все время прячешься в тень, что себе как-то понимаете. Глупость это нормально, то есть у тебя. Смотри, закон кармы, или как просто естества, смотри, ты начинаешь отношения с мужем. То есть ты там, я решил начать там, да, то есть. Ну, то есть как бы, что дальше будет? То есть тебе нужна такая дальнейшая жизнь? То есть тебе нужна. Да, здравствуйте, да. То есть как бы нормально, да, наоборот. Ну, она себе так не надо, потому что... Ну, я просто так уж говорю, что значит, какие еще отношения? Да, 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 то есть как бы ты проявляешь инициативу мужскую, да, как мужчина, да. Это нормально или нет? То есть, ну, ладно, хорошо, это даже нормально. Дальше что будет, как ты думаешь? Давай угадаем, давай психолога спросим, психиатра. Да, понимаю. Наоборот. Ну, надо просто. Счастье начинается с того, что тебя забрали, завоевали. То есть не ты кого-то выбрал, да. Ну, а вы как считаете, как вы думаете? Это я тебе точно говорю. То есть можешь вообще никаких инициатив не быть, просто привлекать, быть просто. Просто нормальной, дурочкой просто быть. Просто женщиной. А лучше невестой. Самочкой. Да. На чем какие-то мнения тебе, у меня одна жизнь так влияет, понятно? Ну ладно, ладно, я шучу, шучу.
Ну нет, да, вот это есть. Да. Как таковой привлекательный. Не для кого-то, не с какими-то условиями, чтобы там, да. А, да. И тогда другой, да, понимают. То есть, да, понимают. Да, да, да. Но если ты спросишь меня, то есть. Thank you.
оправдания этому нет. То есть, как бы, у меня, то есть, надо жить нормальную жизнь, надо учиться у жизни, а не у посредников, вот как это говорит, Нарбеков там говорил, кто. Как перевести, так просто сказать. В самой жизни все дано. Так где не надо это все постепенно, вот в самой жизни. Будь лучшим мужиком, чем ты сегодня. Вот и все, понимаешь? Или, ну, типа того, своим биологическим веком мужского пола. Да, понимаю, да. Да, поработай головой, правильно понимаю, да. Как ты, в каком мире живешь, что, да, как бы, да, понимаю, да. Ориентируй и так далее, да. Сэкономь себя и сделай что-то себе. Если ты сегодня это не подумаешь, завтра тебе, понимаешь, да? Как ты будешь дерьмо, понимаешь? Да, да, ну, как бы, я тебе реально говорю, ты свою жизнь буквально, да, да, понимаешь. Скажешь, в алкоголь какой-то там, в эти услады, в наркомании там, да, какой-то. Да, надо это уметь. Нет, да, да, да. Просто услада какая-то, утешение, утеха, да, просто вранье какое-то, понимаешь, да, которое как бы, да, понимаю тебя, но да, по святому, наоборот, да. Еще раз говорю, что у тебя одна единственная жизнь, ты не имеешь права приходить в религиозные храмы какие-то, что-то там ее, как тебе сказать, у тебя нету даже времени на это, понимаешь, живи ее, там, беремени, если ты женщина, думай головой и работай, как бы не просто работай вперед, да, думай, да, понимаешь, да, думай, соображай, смотри кругом, да. Самое скажу, понимаешь, как бы я тебе говорю, у тебя просто реально нету времени, да, понимаешь, ты же хочешь что-то хорошее сделать, да, да, как-то, ну, хорошо, жить, прожить, да, слушай, если ты, да, понимаешь, с улучшением с каким-то заодно, ну, вот это есть он самый, да, вот попробуй публичность, как мужское такое орудие труда, инструмент, да, ну, да, да, в бизнесе своих, в своих делах, да, только всего, да, понимаешь, да. Да, ну подгоняет тебя. Меня это не касается, а просто тебе как пример говорю. Вот, да, да, то есть как бы, да, некуда, некуда. Да, соображай, как делать, да, без утех. Без алкоголя, без пьянки и без религии. И без лживых там, без всех, вообще без всех, без телевизора, без отдыха, по-настоящему. Как делать? Жизнь просто жить свою. Мужскую, деятельную, для самого себя, созидательную. Застолбить мир, как бы, общество. Застолбить мир с собой, да. Наоборот, да, наоборот. Себе так думал просто. Ну, просто так, да. То есть я имею в виду, что... Да, да, да. Себя, ну, тренировать то, что мне надо, бла-бла-бла. Не твое собачье дело, там много причин для этого. Я тебе просто говорю. И у тебя тоже, смотри, ты публичная личность, не знаю, оратор, ну, оратор понятно. Я имею в виду, что, как бы, например, даже фермер. Ты публично показываешь свои работы, ну, свою работу фермерскую, да? То есть, что-то, да, то есть, как бы, это уже, как бы, ты и тут ты понимаешь, блин, есть полно конкурентов, да, и ты начинаешь понимать, что тебе надо что-то улучшать, понимаешь, что, например, что тебе надо быть мужиком, то есть, что, да, понимаешь, или просто ты никому не показываешь и ждешь, когда у тебя завтра денег не будет вообще никогда, не всегда, и будешь сам, да, понимаешь, и выходишь постепенно, так, раз, разведал, на завтрашний день ты уже легче, и ты уже выходишь на обстановку, как бы, с кем-то знакомишься, ну, то есть в том смысле, что знакомишься
с кем-то, с какими-то предприятиями, которые там, ну, с конкурентами, может быть, даже, или с теми, с другими фермерскими хозяйствами. Которые аналогично занимаются какой-то там еще чем-то. Ну, примерно, ну, не важно, чем ты занимаешься. То есть ты, в любом случае ты выиграешь. Я тебе скажу, то есть ты, да, объем работы, если хочешь отрицать, что есть музыканты, которые ничего не играют и получают деньги, например, или играют, или, то есть как бы, а зачем ты отрицаешь, ты, ну, это кучи, это есть в действительности, в чем твоя проблема, почему ты это отрицаешь, она понимает, твою позицию, мне это не касается, да, но это она себе так говорит, ты про меня что ли пытаешься сказать, про себя ты так говоришь. Хватит, короче, мне мозг не кончится, все равно оно так, понимаешь, с этой тысячи сторон, с миллионов, да, вся выгода твоя, ты даже не представляешь, сколько ты все, а жизнь твоя тик-тик-тик, да, нет, да, то есть, как, да, понимаешь, да, в позоре будешь всегда, да, свою нишу уникальную, более уникальную, чем у остальных, например, как вариант тебе. Или научишься делать так, как, да, узнаешь про свое дело, как бы, как. Да, то есть, как бы, вся выгода твоя будет, точно тебе говорю. Делай как долбоёб за деньги, только, да, будешь, да, ты себе, давай, заработал три копья, и жди, когда все то, что действительность на тебя обрушится, которую ты ненавидишь, да. Да, не знаю, ты её не знаешь, знать не желаешь, как бы, да, девочка, да. Скромный. Я здесь решаю. Я человек гражданин, да. Да. Ну такой. Ну и что дальше? Вот ты. Да, и что? Ну сегодня, да. Ну, это, да, понимаете, с улучшением называется. Ну что будешь делать? Ну, да. Ну, нет, это, кстати, не обязательно даже. Просто да, я такой не умею ничего, не рэп читать, ничего, и выхожу там и такой, блин, опозорился, например. Ну, к примеру, типа, или наоборот, да, да, ты даже про это не узнаешь, вот так проживешь жизнь и даже не узнаешь, да, 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 узнаешь, чем это пахнет, и как бы, что такое быть на сцене, что такое читать рэп, да, да, понимаешь, да, да, твое, не твое, то есть как бы, то есть можно так жизнь жить или нет, например, да, то есть, да, ну и что-то, да, как бы. Thank you.
так, что если это не работает, то он не работает. Берешь мясо, жрешь или что-то там делаешь. Возвращаешься обратно. Thank you.